Почти на 1 000 000 гектаров в ближайшие 5 лет в Казахстане сократят посевные площади. Себестоимость выращивания пшеницы слишком высокая, а урожайность, наоборот, низкая, заявил сегодня на брифинге в службе центральных коммуникаций министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров. Взамен увеличат посевы гречихи, сахарной свеклы, масличных и кормовых культур. Сейчас урожайность пшеницы не превышает 10% с гектара, тогда как, допустим, в соседней России фермеры получают до 25 центнеров. Этим и объясняется демпинг российского зерна на экспортных рынках. Отечественные аграрии вносят только 20% необходимого объема удобрений, а парк агротехники не обновляется. Не используется потенциал и орошаемых земель. Решить все эти проблемы и вдвое повысить объем валовой продукции поможет новая дорожная карта. Нам необходимо порядка 1,5 триллиона тенге. Мы сегодня льготным кредитованием обеспечены на 250-300 миллиардов тенге. Поэтому есть недофинансированность. Глава государства поддержал. Сейчас дополнительно будет выделяться не только с государства бюджетные средства, но и банки второго уровня будут участвовать в этом кредитовании. Если мы будем сейчас льготным кредитованием обеспечим, то сразу себестоимость упадет, ниже будет. Поэтому доступно будет для всех. И тогда мы поднимем урожайность, тогда будем соблюдать технологию, полностью агротехнологию, и будем получать не ниже России.